центре Петербурга БМВ выехал на встречку и врезался в машину скорой. В результате столкновения травмы получил фельдшер. Его доставили в Мариинскую больницу. В центре Санкт-Петербурга автомобиль БМВ выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи. Инцидент произошел на Невском проспекте. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал и будете узнавать самые необычные истории, которые происходят в нашей стране.